Не зря учили английский. Уссурийские футболисты теперь точно смогут увидеть, какой же он Лондон из The Capital of Great Britain. Мальчишки отправятся учиться мастерству у лондонского Арсенала. Ребята выиграли всероссийские соревнования среди воспитанников детских домов и интернатов. Перед поездкой в Англию администрация округа приготовила ребятам и тренеру новую брендированную форму. Новая форма появилась у футбольной команды уссурийского детского дома. Мальчишки 12-13 лет готовятся к поездке в Лондон. Неделю они проведут в английском футбольном клубе «Арсенал». Это награда за победу на первенстве России среди команд детских домов и интернатов. Это очень огромный шаг, потому что мы первые еще в России, кто едет на тренировку с клубом «Арсенал» в Англию. Наши ребята едут. Большое им спасибо. Будущее зависит от тебя. Крупнейший футбольный турнир для детей, которые остались без родителей. Уссурийские парни уже в третий раз представляли Приморье на всероссийском финале. И только в этот раз воспитанники Центра семейного устройства достигли желаемого результата. Эта победа им далась, как говорится, полегче. Они, потому что уже участвовали в таких соревнованиях. И на краевых участвовали, на Дальнем Востоке участвовали чаще. Ну, в основном тянутся эти дети, на старших смотрят. Только в краевом туре участвовало более 600 команд. До всероссийского финала дошли 17. Выиграв соперников, парни подарили себе шанс встретиться с кумирами. Абумиянгом, чехом и Элкитаян. Почему именно их для себя выделяешь? Не знаю, потому что они лучшие. 5 декабря уссурийские мальчишки увидят Лондон. После экскурсии их ждет встреча с футболистами «Арсенала» и товарищеский матч с юными воспитанниками лондонского клуба. Татьяна Мейшикова, Наталья Зайцева. Панорама.